Давайте мы сразу же обратимся в правительство, в парламент с просьбой оказать нам помощь. Мы не можем терять этот проект. Мы его... Все, постановление это сказать. Вы сейчас говорите, обращались много раз. Коллеги, в связи с тем, что вы не проголосовали, этот проект потерян. Можете уже обращаться куда хотите. Вы нас хотели напугать, госпожа Влад? Нет, я если бы хотела вас напугать, сделала бы по-другому. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты ваша сама не испугалась. Все, горд мобильный. Бесильный горд мобильный. Я ша, кинды, дочень, кинды. Я хочу вам сказать одну вещь. Когда мы с вами сегодня обсуждали и делили Кирсова, Камрад, Чадырлунга, Булканешты, ну что, детей делили? Речь шла об образовании. Речь шла о детях. Не обо мне, не о ком-то другом. Речь шла о наших гагаузских детях, просто-напросто. И когда мы говорим, чего мы будем давать на лицей в Еминеску, в Камрате, там учатся другие дети, а в Русской Киселе не учатся дети с Киселе Мали. Не расскажете мне? Или в других населенных пунктах? Я знаю лучше вас, и можете мне ничего не говорить. Вы лучше меня знаете. Я вам скажу больше. Я вам скажу больше. Это я вам скажу больше. У всех у вас есть дети, у нас тоже есть. Вы очень правильно говорили, все наши коллеги, сидящие здесь в этом зале. Мы говорим, говорим. А наши апрессы? Сами вайдерс. Гестюрин ишлен, а не сидишь лестниц. Гестюрин, наш гестюр лестниц. Калдыр мы сын скили не знаем? И что? И что вы решаете тем, что вы руки не поднимаете? Да ни черта вы не решаете. Понимаете? Ваш пиар, ваши эмоции и так далее, и так далее, и так далее, заканчивается тем, что внешние партнеры, а сегодня мы говорим о Румынии, о стране, которая взяла, выбрала Гагаузию. Она могла выбрать Бельцы, она могла выбрать Окницу, Дандюшаны. Екатерина Федоровна, если вы знаете, скажите, дайте нам сумму, сколько Молдова дала нам на изучение молдавского языка. Сколько не даст нам никогда в жизни, коллеги. Но и вы ничего, а ну давайте, мы рассматриваем этот вопрос сейчас. Вы не говорите, Ирина Федоровна, Сиария Персин пиар, Ялварер Мсины, Лаэт Нагага Уща, Бильмерс Лаэт Мя, пиар Аканиев Дя. Я закрою, этот разговор. Михайлович, я хочу Ирине Федоровне сказать, когда депутат здесь обсуждает, и Сергей Афанасьевич говорит, это эмоции, потому что обмана края и конца нету. И если Башкан говорит, что вот мы там Агуля обвиняем, и нам мы должны быть наказаны, но я хочу сказать ей тоже. Ее программы, ее 11 заводов, пароходы ее, ее программы по электростанции, по аэродрому, где это все, это тоже обман. Так вас тоже надо наказать и вообще выгнать вас с этой Гагаузии. Вы обманщица первого, и не только в стране, во всем мире.